Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Андрукун. Мы продолжаем прохождение кампании Wings of Liberty на уровне сложности эксперт. Итак, мы захватили вход в лабораторию якобы Менгска, о чем все говорят, что типа ну как, Терран не могли такое создать. Лабораторию по выведению гибридов. И теперь мы двигаем дальше. По поводу обилок для следующей миссии. Как ни странно, я возьму возрождение зерлингов вместо автоматических экстракторов. Вот. И мы будем использовать их. Объясню почему. Потому что я помню, что в этой миссии будет Терран против нас. Be quick. I have a battle to command. I must warn you about the being that runs this lab, Dr. Narud, an ancient shapeshifter who has worn many faces over the years. He made me what I am. So he's not a Terran? Protoss? He can't be Zerg or I would know. None of those. He is the servant of an ancient Zelnaga known as Amon. I learned of Amon on Zeris. He's dead. Well, his creation lives on. Narud is the most dangerous being you've ever met. And you will face him in there. Narud, такое забавное имя. Помните доктора Наруда из компании Wings of Liberty? Которого мы спасали от Роя Керриган, чтобы собрать артефакты, да? Вот, это та же самая личность. А зачем нам нужны будут линги? Потому что нам нужно будет здесь быстро и эффективно пробивать противников, а у врага будут в наличии сич-танки. И халявные линги, которых можно будет настроить тучу, и она будет постоянно восстанавливаться, мне здесь, конечно, очень пригодятся. Тем более с двойным созданием дрончиков мы легко можем себе позволить. Добывать газ. Kerrigan, this lab houses the culmination of Narud's research, the hybrid. They are the ultimate weapon of the final war. The hybrid are waking up. What's happening to you? It's attacking me psionically, draining me. Stay strong. You must kill the hybrid or we are all doomed. Да, к сожалению, больше такого не будет. Только в этой миссии почему-то гибриды нас атакуют псионически. We are without limit. Eliminate that hybrid before its attack kills you. Bring it down now. Да, 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 не переживай, милая, не переживай, все будет хорошо. Так, посмотрим, что тут вообще вокруг нас. We require more minerals. Так, сразу можно будет еще газ заваривать. Угу. Ну вот мы почти уже раскачали экономику. Yes. Самый классный перк, конечно, это дабл дроны. Так, что там у нас? Выбей этот бункер потихонечку. Сразу нам понадобятся рачи. Рачи нам понадобятся, потому что у них есть эта обилка на замедление атаки противника очень мощная. Потихоньку будем разрушать, что под руку попадется. Так. Spawn more overlords, да? Давайте газ сразу добывать. Еще дронов, еще оверлорда. Блин, криптомарку поставил плохо. Здесь давайте крипт уже сделаем.
You cannot last much longer. The hybrid must be destroyed. Да успокойся, блин, все будет хорошо. На крохату придется поставить, правда. What is it this time? Так, ачивки здесь какие? Три камеры гибридов до того, как они выйдут на волю. Это будет сложно, на самом деле. Очень сложно. И второе, что-то мы выполняли уже, видимо, да? Рука тьмы. Два командных центра. Ну да, здесь мы так планируем вынести теранов, о чем я уже говорил. Так, лингов халявных начинаем строить, королев. Личинок там, конечно, не хватает, как обычно. В принципе, ресурсов тоже немного. Ну давайте, давайте посмотрим на вас. Ну и где они? Да, я знаю, чувак. Спокуха. Так, это на грейды. Так, ну чё, погнали. И сразу его еще. А, на него не действует вот эта сокрушительная хватка, да? Уже восстанавливаются первые линги у нас. Это сюда. Ещё. Да, Иша, мы в курсе, что тут, короче, все плохо с этой лабораторией. Так, нам нужно что? Нам нужно БВБВ. Еще дронов. Нет, не закапываться, а эволюционку ставить. Yes. Так, нам нужно базу пробить. Kill everything. A hybrid is attacking you psionically. It must be eliminated if you are to survive. Так, гидралиска сделаем. А вот насчет этих я не знаю, насчет муты. А. Тянем крип потихонечку. Так, атака, броня. Ладно, эти три дрона, значит, будут здесь просто тусить зачем-то. Угу. Вот линги халявные подъехали. 8. Вот. Все, лингов, я думаю, нам хватит. Теперь... гидру. Хочу хоть одну гидру. У меня квин всего 3 штуки, кстати, это как-то не совсем не очень. Так, у нас 2 минуты 30, можно попробовать будет сразу следующий, по-моему, выбить. Не знаю. Да, озеров не хватает, ничего не хватает. The Dominion captured a Brutalisk. If we get close enough, I can control it. Mm-hmm. We are without limit. You must destroy the hybrid before their power kills you. Давайте еще квин сделаем. Retribution will be mine. One less hybrid. The swarm now controls the section of the lab. Mm-hmm. Speak. Так. Угу. It is time. Boldly. Следующий гибрид вон там будет. No time like the present. Сверху. Нам нужно сначала выбить здесь базу теранов, чтобы они нас не атаковали постоянно.
Гидры. Mutation Complete, а у нас рефов на это нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это там такое вообще? Погнали. Ух ты, ёлки-палки. Так, королева клинков. Давай, жахай. Вот такой вот у нас есть скилл классный. Another hybrid has been released. They must be destroyed. Угу. Да, Иша, мы в курсе. Так, достраиваем дронов, потому что мы сейчас будем две базы занимать. Вот и деньги наши. Еще чуть-чуть подстроены. Все-таки они хорошо работают, как Мидшилд. Так. Вот этих дронов нет, овера не надо. Так, ребятки, тоже давайте со мной вместе. Здесь что у нас будет? Хата, газ, газ. Блин, грызды на них не хватает немножко. Минерал филды уже дефлитятся, это плохо, конечно. Так, у нас королев нормально? Нет, не очень. Сюда, сюда, двоих сюда. Угу. Это сюда. Здесь трех дрончиков сразу. Да, пацан, подожди. Макро, макро в первую очередь. Еще новую базу надо основать. Линги, конечно, под этим бафом вообще шикарные. Угу. Так, есть еще. А чё стоим, кого ждем? Так, дальше. Дальше. Быстрее. Все нужно делать быстрее. Закладываем базу. Здесь крип тянем. Здесь у нас что? The hybrid's power is killing you. They must die. Another hybrid dead. Speak. Так, рейды, у меня же есть ресурсы. Сразу коготь закажем. Те оверов, ладно. Так, короче, нужно убить гибрида и сразу пойти. То есть тут нужно быстро все сделать просто. Так, давайте нам тут. Ignore his prattling. More of the lab has come under our control.
Угу. Additional hybrid signatures detected. Так, и пока не вылез этот, у нас есть возможность. Успеть к следующему месту. Both brutalists have been claimed by the swarm. Excellent. Now let's finish the hybrid. Еще пару королев. Тянем крип, чтобы быстрее ехать. Так, тут что? Сейчас пока макро буду делать, я чувствую их. Угу. И не успею. Так, есть второй. Тянем крик, тянем крик. О, стазисная это камера чертова, которую мы должны успеть убить вот этого. Так, 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 пошли. Блин, я же убил ее. Он еще и клонируется, еще серьезно. Ну даете вообще. Вот, и ну, как бы халявные линги здесь свое дело отрабатывают на все 120%. Еще минеральных дронов добавим. Танк бей. Так, у нас есть еще подгон. Че там, старпорт остался? Ёлы-палы. Так, Керриган, ты Control 2 у нас будешь. А, так тут это. А, то есть ты от него не отвяжешься никак. Так, ну две штучки мы убили. Линги дохнут постоянно. Блин, проблема в том, что нам там типа командник надо убить, если чё, дополнительно ещё. А он тут поблизости, ну в общем... Блин, я убил бруталиста сам себе. Ёлы-палы. Ну, в общем, вот так вот эта миссия здесь проходит. Вполне себе ничего так. Короче. Гидролинги. Можно даже королев достроить. Так, быстрее бежать. Ну и третью камеру мы тоже успеем грохнуть спокойно. Да. Ой-ой-ой, что-то нас тут пробили так прям жестко.
наших зергов этими штормами мерзкими. А, у нас тут еще подводно. You have succeeded, my queen. There are no more hybrid signatures on this level. Have the swarm flood into the lower levels. Kill everyone in our way. Nerud is up to something, and I intend to find out what. Прекрасно. Два командника гибридов убито войсками Теранов. Интересно. То есть можно заставить тиранов убить гибридов? Вау. Прикольно. Наверняка для этого, за это и есть какая-то дополнительная ачивка. Я бы не удивился. Ну просто как вот? То есть это нужно его выманить каким-то юнитом на базу Терана. I sensed his devotion to this Amon. Nerud's been trying to resurrect his master for millennia. It makes sense. The endless conflict between Protoss and Zerg, the hybrid, all part of a plan to bring Amon back. Unless we stop him. О, куча разговоров опять. Так, ну что у нас там у Керриган немножко левелапчика, да, 20 хп получили. Так, что у нас будет здесь? У нас будут только пассивки в следующей миссии. Рабочие близнецы, лингов возрождать... Прикольная штука, халявные линги, на самом деле, мне очень нравится. Тут постоянный подгон мяса есть под каждую атаку, пусть небольшой, но все-таки есть. Но здесь у нас просто ультра дают в этой миссии, возможно, стоит на автогаз все равно смениться. Хотя нет, пусть будут линги, мне очень нравится, что мы можем использовать постоянно лингов и реально быть таким свормом. I wonder how Narud could hope to resurrect a being as powerful as Amon. I think the hybrid are key. They gather psionic energy. But where would they get enough to resurrect a dead god? You told me an ancient Zelnaga artifact was used to make you human again. But all the power you wielded as the Queen of Blades... Where did it go after your transformation? You mean there might have been hybrid nearby who gathered it? And used it to... Oh no. If Narud used the Zelnaga artifact in that way, he may already have enough energy to resurrect Amon. Вот и получается... Понятно становится, зачем Нарут помогал Рейнеру собирать этот артефакт, подослал к нему этого несчастного Тайкуса, как бы. Тут все очень хитро. We are sensing strange entities in the lab. You mean besides the hybrid and the evil shapeshifter? Protoss, my queen, in great numbers. Yes, I sense them now. Tal'Darim. They serve Amon willingly. They worship him. They worship a dead god. That makes them even more dangerous. Да, вот так вот можно поболтать и узнать, что нас ждет. This thing in the lab, this Nerud, it's shielding itself from me, but I can still sense its power. Tell me of it. It's like nothing I faced before. But you destroyed the Ancient One. You captured the power of Orzelas. This is something born of the void, cold and empty, but so powerful it hurts. The hybrid, their essence is strong, but I Nerud created them. Do you think he will bring you more essence if you follow him? That one serves a master who will devour all essence.
You're talking about Amon. I think he's dead. And I'm going to make sure he stays that way. If that one lives, all essence will be collected. Change will stop. I will fight. Да, ну перевод по-прежнему продолжает отличаться от многих вещей, которые можно услышать. О, эволюция. Mutilus strain ready for augmentation. Ну тут выбор будет очевиден, конечно. Конечно, для какого-нибудь игрока классом выше, чем я, которых хорошо контролит Микрит во время боя, там, да, как бы у него есть возможность вайперов использовать очень эффективно. Но мы будем использовать брутов. Тем более против гибридов. Шикарная будет штука. Dominion Defense Platform, Sigma Centauri, Feral Broodlords nearby. Ну, короче, понятно все. Убить, захватить эссенцию. Прокликаем сейчас через Shift. Mutalisks can morph into Broodlord. Await your command. Вот, с брутами можно будет, кстати, в принципе, позволить себе отказаться от зерлингов. Будущих миссиях. Ну, посмотрим. Это наши. Complementary skills. Now let's end this stalemate. Не могли захватить. Сейчас на эту платформу. Ну, вот теперь захватим. Да, в нас Тор немножко постреляет. Блин, нам брудов поубивает. Танки нам помогают вражеские с мариками разбираться. Давайте муки тоже отправим, что уж там. Редких все равно не достают. Fortress destroyed. Platform secured. Сейчас нам покажут, как можно тут вайперами управляться. Viper, strategic asset. Abducts targets. Pulls to its location. Usable on ally or foe. Move across the river and pull our aberrations to the other side. А вайпер разве? Siege tanks detected. Use vipers. Переводится как стрекоза. Range of aberrations. Вот очень у меня сильные на этот счет сомнения. Viper emits
disabling cloud. Foes within cannot attack. Rip that bunker apart. Наследие дефилеров из первого Старкрафта, я так понимаю. Only the final defenses remain. Move in for the kill. Ну и они могут еще перетягивать энергию живых существ своих союзников. Так, disabling cloud. И еще у них есть атака. Ой-ой-ой. Ну, вроде даже без потерь как-то получилось каким-то чудом. То есть... То есть тут, конечно, ясно, что с точки зрения микро... наличия микро у игрока, вайперы могут вообще зарешать чудовищно. Но... Так как какие-то крутые скиллы, это не про меня, останемся мы без вайперов. Вот. А, ну что ж, следующую миссию... Да, наверное, время есть. Поехали. Нарут is an ancient creature, да, Нарут офигенен. Нам дадут ультралиска в этой миссии, что вообще, конечно, просто шикарно. Сейчас ультралиски, бруды. Это уже хорошая штука против хайбридов. Рачей все равно буду подстраивать, потому что их замедляющая атака против гибридов будет работать великолепно. Ну, то есть такой микс будет. Зергомикс-микс. Может, даже немножко линга все-таки построим, чтобы они халявкой прыгали, помогали нашим ультрам. Ты же чувствовал. This ultralisk might have been useful. Organism Stukov misunderstands. Death irrelevant. Only essence important. Не очень объясняю, что такое эссенция. Ultralisk reconstituted. Ultimate expression of swarm evolution. We need to secure location for our hive cluster. Then we deal with Narud. Да, да, да. Retribution will be mine. Так, ну что? This world is mine. Ах, я промазал. Боже, ультра под этим грейдом должны быть вообще. Супер, а что делает Стуков? Регенерация, зараженные тераны. Minsk will suffer. He eliminates the abominations. Нет, 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 нет. Крабьё. Сильный ультралиска. Ну это вообще позорище, конечно. Вообще просто ужас. Угу. Три газа как бы намекают. Why would Narud build this lab on top of a Zelnaga temple? You know nothing of the Zelnaga. Narud is driving a null zone towards you. It will kill you on contact. These temples are amplifying his power. Stukov,
Go to the temples and destroy them. Destroy them. I thought you'd never ask. Да. Так. А, нам вернули ультралиска. Отлично. Так, тянем крип, тянем крип. Квинку сделаем, чтобы тянуть еще крип. The first temple is located here. Now, let's go destroy it. Be quick about it. The null zone is pushing toward me. Не нервничай, девочка. Все будет хорошо. Надо экономику раскачать, понимаешь? Надо обустроиться немножко. Вот королевок сделать, чтобы они там подхиливали в случае чего. Нельзя ж просто так вообще вот прям взять и взять и дестрой. I hear you. Да ты издеваешься, да? Our victory is assured. Не, королевка, давайте поставишь все-таки этот криптумор. Я не забиндил, естественно, своих рабов. Сразу все позакладываем. Так все равно у нас быстренько очень строятся рабочие. Так, отлично. Дабл хач. Так, давайте трех сюда, трех. С двойными этими, конечно, рабами все очень круто, но не очень удобно. Лицонка. Заполнять базы. Все, тут полная база раскочегаренная, отлично. Поехали дальше. Так, народ там потихонечку офигевает от собственной крутости, я смотрю. Да, ну, придется немножко Сарочке попотеть. Потеем мы, потеем и Сарочка. Ультра сделать, что ли? Сразу. Давайте еще одного ультру, и я буду доволен. Так, есть королевка. Так, по одному вот так вот разведем. У нас сразу два дрона вылезет. Да. Что там уже близко, да? Давайте броньку сделаем. Так. Глянем, что там есть вообще. О! Какая-то штука. I sense crystals, which Narud is using to store raw psionic energy. Не успел. Yes, their energy is faint. Hidden near the temples. If time permits, we will find them and destroy them. Tol'Darim, destroy their hive! She cannot survive alone! Так. Где? I hear you. Да ты охренел! Срань такая, а? Что творит? Все. Да, наверное, автогаз нужно было брать все-таки. Что нам надо? Еще одного дрона сюда. Еще дронов сюда, чтобы построить. Так, ладно, все, поехали. Пора. Все, давай, Стуков, принимайся за дело, уничтожай этот храм. Его обилки можно использовать. Но... Ой, родной, это... Расслабься.
Да, главное это регена стукала вообще шикарно. Remain alert. Hybrid approaches. Hybrid approaches. Так, оверов сразу на все заказываем. Живем счастливо. Пару квинок еще все-таки. Ой, люблю я квинок. Да, коррозив бляс. Excellent work, Stukov. I can feel the Root's strength slipping. Success, but only for a moment. We must disable the other temples. Еще пару этих ультр наших классных нам хватит, я думаю. Так, вы сюда. Что там еще у меня есть? Дроны, да? Давайте грейды. Линги халявные. Давайте еще лингов халявные сделаем. Так, все, поехали. А что у нас за ачивки вообще были здесь? Они были выполнены все, да? Рука тьмы, по-моему. А, нет, призраки пустоты. Бейте двух гибридов. Тю, ну как-то просто. И стуковым не дать погибнуть, в принципе, тоже ничего страшного. Disarray? Кто в disarray? Я не в disarray. О чем ты, парень? У тебя какие-то странные фантазии. Где наш Five Striker in disarray? Так, слонов у меня уже какая-то абсолютно безумная пачка. Интересно, а нам нужен Greater Spire для того, чтобы делать трудов, придется делать в Greater Spire. Газа нет, ёлы-палы. Это, кстати, может быть проблемой. Упс. Линчик. Так, время у нас есть, я надеюсь, еще мы можем себе позволить что-то там выдумывать. У нас какие-то 4 муталя вообще непонятно. Ну, это будут наши халява линги. Так, ну что-то Керриган как-то очень-очень плохо справляется, я смотрю, да? Типа надо ей помочь, все дела. Да? Нет! Блин, вот это вот тут оклик тупой, когда не нужно его. Hybrid approach. Кто там? Ладно, господа линги. Блин, надо было его подпустить, чтобы коррозив этим файром. Жахнул. Так, у нас есть 4 мурда, это уже неплохо. О, так у меня тут линга в пачке вообще дикая. The second temple has fallen. Swerve all you like. You will not escape your fate. Как они мои эти видят? Я что-то не совсем понял. Так, бруды есть. Давайте еще их сделаем. We require more. Так, это у нас тут будет. Кто там получил по голове? Злущий злот, ты посмотри на него, да? Так, нам надо еще найти эти кристаллы, которые там Керриган усиливают. Гидро у нас для прикрытия бродов много. Да что вы говорите? Так, тут база будет. Там наверху.
Так, тут храм. Что, может базу вынести так-то дуру? Как-то это можно, конечно. Время. А мы там не потеряем дофига всего? Ну-ка, Зерлинг, пробеги, посмотри, что там есть вообще. Our forces should focus on destroying Naru's temples. Давайте постоим, попробуем. У нас бруды есть, в конце концов. Чё, вынесем колдовинов всех. Ой, там Void Ray. Что там, сталкеров пачка? Ой-ё. Там нас конкретно сейчас выбьют. Там еще и грелки. Я что-то, короче, по-моему, зря я сюда ломанул. Совсем не время. Валим. Че, одна крипа осталась тут. Да, нам сейчас нужен будет срочно этот. Прячься. Срочно храм нужно штурмовать, уже времени нет. Блин, ну базу хочу добить. Так, А, С. The null zone is closing in on our queen. Stukov, destroy a temple. I can't hold much longer. Да, спокуха. It must not fall. Finish the Tal'Darim. Several hybrids are on their way. Надо еще к ним добавить, походу, что у нас тут. Все плохо, да? Да, квинок мало совсем. Сколько у меня брудов? Тихо. Побежи ты со своим Destroy the Hive. Блин, они еще... Они еще и с той стороны свалят на нас, а? Ну, линги здесь вообще просто на халяву отдадутся. Я нервничаю, серьезно, что ли? Пацаны, это не серьезно. Я все еще не нашел два пилона, между прочим. Так, где квины? Так, нам нужно будет еще два храма очень быстро взять. Где-то еще тут поблизости был этот несчастный пилон. Листов нам, по-моему, хватит. Чё, они жарпаются даже после того, как я... После того, как я пилон снес. Это как-то немножко нечестно, не? Так, они сейчас нам побегут ломать хайв. Самым наглым образом, да? При том, что мы будем
оборонять этот. Kerrigan needs the Sworn to destroy Nerud's temples. Attacking the Tal'Darim will not help. Brothers, guard the temple with your lives! Get rid of these Protoss now. The hybrids are underway. По-моему, нам просто базу сейчас снесут, не помню. Ну да. Гриппер Шпайр, ты сволочь. Чё, всё? This is not possible. I can feel your strength leaving you. Колосса хоть оставили нас в покое. Так, грибы не сделали, остался последний храм. Зря я тогда напал на эту сраную базу. Так, лингов у нас там в запасе можно будет разрубить. Дофига, дофига. Так, вижен. Да, можно было бы вынести базу протосов на самом деле, если бы у нас было бы как-то побольше времени, или я с этим временем лучше управлялся бы. Это такой момент. Где тут королева есть? Раз, два, три, четыре, пять. Давайте, чтобы крипчик у нас тут рос, и вокруг мы могли бегать очень быстро. Defend the temple! Lay waste to these abominations! Many hybrids are coming. This is our final battle. Да, this is our final battle. Так, штука там оставь этих пацанов. Так, брудов что-то накрыло тут. А бы инфесторов использовать и набрать себе протосекскую армию. No, it cannot be. Your temples are gone. Угу. The Nolzon has left Narud weakened, vulnerable. Even so, he's the most powerful being I've ever faced. What will you do? Kill him. Face me, Narud. It's over. It is only beginning. Amon whispered of this from the stars. He told you of his return. He told you of ruin, extinction, the end of all things. Your god is dead, and he's never coming back. Is that what you think? No.
are not Jim! You are nothing! I'm everything you lost. I am everything you never had. You've already lost. Amon lives. You will see him soon. Такой вот момент. Ну, насчет выполнил ли я снова эту ачивку или нет, я не могу, конечно, сказать по статистике. Думаю, что да. Ну и стуков не погибал, как бы здесь все просто. Достаточно простые миссии вообще в компании, как можно видеть, я только потому, что я полез на ту базу протосов, чего в принципе по идее быть не должно, только поэтому у меня были какие-то проблемы. В принципе, по храмам можно было пробежаться, тем более с брудами. My queen, can you hear me? I am alive, barely. We dragged you back to the Leviathan. Rest now. I will control the swarm until you are healed. Why aren't you trying to take the swarm for my own? Because I still have much to learn from you, my queen. Enough. She is healing. But she must rest now. Вот так вот интересно. Что там наша Керриган уже максимального левела достигла, да? Все. Как бы дальше мы можем даже дополнительные задания не выполнять. Это как бы максимум. I'm coming for you, Minsk. And you won't have any hybrid to protect you. The swarm was once Amon's tool. He will seek to use us again. I will prepare for his coming, but not until I'm done with Minsk. Of course, my queen. Еще так потихоньку пытается напомнить, что важно. The hybrid lab is destroyed. I am the final loose end. I suppose you kill me now. If you want to leave, I won't stop you. Where would I go? Half man, half Zerg, a monster. I understand. Believe me. Stay with the swarm, and perhaps the way will become clear. If nothing else, it will be interesting. Сара, смотри, не влюбись. Давайте посмотрим, что у нас по эволюционкам. Ультралиск. Увеличение сплэша. По сути, будет атаковать сплэшом как по синему таргету. Неплохо. Ассимиляция ткани — это регенка. То есть он будет лайфстилиться на 40% от нанесенного урона. Сделать ультру, конечно, потолще. Ну и вот есть такая забавная штука — подземный рывок. Такой чардж ультра. Еще и с оглушением на 2 секунды. Возьму это просто потому, что забавно. Вообще, в принципе, ассимиляция ткани — классная штука. Но можно будет... Это можно всегда поменять. Ну что ж, мы готовы к перелету. Isha, take the Leviathan up. We're leaving. Kerrigan, you saw something in that lab. In Narud's mind. I saw Amon.
older than the universe, more powerful than I can understand. And now he's alive again. Then he shall fall before the swarm, like all the rest. We don't even know where he is. We must prepare for his coming, but I have a few scores to settle first. Mm-hmm. Inform the broodmothers. The swarm moves on Korhal. Собственно, финальная миссия. Менск will suffer for his crimes. Но на этом мы закончим на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Андеркун. Пока-пока.